И дом, и работа. 100 семьям из Мангыстауской области предлагают заняться сельским хозяйством в Костанайской области. Это возможно в рамках подписанного меморандума между акиматом региона и предпринимателем из Костанайской области. Моя коллега продолжит тему. Это момент подписания меморандума между акиматом области и предпринимателями из Костанайской области о доставке кормов и сена для скота на 32 миллиона тенге. В рамках договоренности в Мангистауской области доставят 250 тонн сена и 180 тонн кормов. В Мангыстауской области продолжаются мероприятия по оказанию помощи владельцам скота, пострадавшего от засухи. На выделенные средства будет оказана поддержка пострадавшим от засухи фермерам, а также мы сможем помочь нуждающимся семьям. Одним выстрелом сразу трех зайцев. Также предприниматель выразил готовность обеспечить жильем, обучением и работой в сфере животноводства 100 семей из Мангистауской области. Согласно меморандуму, желающие смогут переехать на постоянное место жительства в Костанайскую область. Уже совсем скоро начнут формировать список желающих, кто готов переехать на север страны. Предприниматель предоставит всю необходимую технику и знания переселенцам. Готовы предоставить даже земельные и пастбищные угодья. По их словам, территория большая, 500 тысяч гектаров земельных и больше 350 пастбищных угодий земли всем хватит. К слову, все планы в рамках подписанного меморандума должны осуществиться до конца текущего года. Салтан Тайджанова, Аманды Каманкулов, ТТК-42 из Мангистауской области.